Хе-хе, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби. В этот раз мы в War Thunder'е, в танковых реалистичных боях. Я сейчас на танке Т-34-85 с пушкой Д-5Т. Это у меня один из самых любимых танков, кстати говоря. В первую очередь из-за его шикарной пушки, которая у нас обладает отличным заброневым воздействием, хорошей бронепробиваемостью, хорошей баллистикой. В общем, не пушка, а огонь просто шикарная. Ой. Блин. Чувак, конечно, поторопился со своим выстрелом. Ничего мне не нанес по факту. Стрельнул-то стрельнул. Он стоит. Ну-ка. Буньк. Он, собственно, о чем я и говорил. Давайте дальше едем. Столько сильно не буду выкатываться, а то тут уже, как видите, настреливает со всех сторон. Да, кстати, если кто не знал, у нас пушка Д5Т пошла от зенитной пушки 52К. Это схожая история, как с Тигром. У него пушка тоже от зенитного орудия произошла. Такс, дальше за этими... Что это у нас? Куча щебня или чего? Ой. У нас, кстати, танк живет прям. Главное не отвлекаться сильно. Эк. И кто это только что сделал, интересно? Не люблю я такие снежные карты, блин. Ну и молчу о том, что у меня вообще-то снежного камуфляжа нету. Ибо мне тупо жалко денег тратить еще на камуфляж. Вроде все спокойно. Ну и у нас сама вот Т-34, корпус, вернее ее, он уже не такой прочный, особенно учитывая БР. 5-0. Но, как видите, удар держит иногда за счет хорошего наклона брони. Бывает, снаряды рикошетят. Хотя сама броня по себе довольно тонкая. Так, сейчас осторожненько катимся. О! Кустик. А, это фишка с кустами, это, блин. Так, ладно, хрен с тобой. Там вроде кто-то занимается тобой уже. О, зенитка катится. Ну-ка. Буньк. Пушка это, блин, конечно, ваншотит. Не хуже, чем пушка какой-нибудь КВ-2. Я же говорю, пушка огонь. С таким заброневым воздействием. Что, он так не разобрался, что ли, блин, с этой пантерой? А, понятно. В пантере у нас, собственно, в ЛД стрелять особого смысла нету. Поэтому я вам... Стараюсь прямые участки на башне пантеры выцеливать. Они нашей пушкой хорошо пробиваются. Правда, из этих кустов не очень хорошо видно. Буньк. Вон, пробилась. Тыкс. А чё это наш союзник, интересно, горит? Так, дайте-ка это разведаем сейчас. Кстати, стоит отметить, что у нас Т-34 это очень быстрый танк, ну, довольно быстрый, скажем так, поэтому динамично можно на нем объезжать в тыл, во фланг противнику и так далее по возможности. Слушайте, это, блин, неохота лезть, конечно, там, учитывая то, что из этого домика кто-то стреляет. Ну да ладно, давайте все-таки проверим, тем более наших вон много. Ну-ка. Что там, по кому стреляешь? А, Носхорн. Очередной попал. Ой, тигр. Нафиг, блин, сдаем назад. Катишься, нет? Попробуем тигра пробить. Ну-ка, блин. Прям попал ему в самый угол. Как неудачно. Вот тигр взял, еще разломал нашего союзника. Значит, а на скорость наберем и будем что-нибудь с тигром думать. Текс. А вот уже этот нет союзника. Так, а знаете что? Как говорится, у нас умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Что, давайте сейчас вокруг тигра объедем. Попробуем ему как раз таки, о чем я говорил, с фланга или с тыла зайти. Благо, что динамика 3-4 нам это позволяет. Но он нас даже не видит. Т-34-57 выжидает, стоит.
Дайте в бочинку. О, пожар. Там еще и заряжающего вынесло ему. Потушился пуньк. Чтоб, блин, не пробил его. Бортовая броня, конечно, крепкая. Давай сейчас-то в корму тебя обстреляем. Бух. Получается, взрыв топливных баков у него. Ну и ладненько. Ну да, сейчас к следующему бою перейдем. Проследуем, так сказать. Так, ну вот следующий бой. Я тут сейчас на полных парах обхожу Черчилля с тылу. Поскольку наш он стоит, пытается его пробить. Он непробиваемый. Ну что, реально у него лоб удар держит. Только так. Собственно говоря. У нас фланговый обход или обход с тылу в данной ситуации, пожалуй, лучшим вариантом будет. Сначала башню ему стрельну. Да. Не самый удачный выстрел мой, ну да ладно. Стрельну в башню, чтобы он не мог обстреливать наших там. Вот. Отличненько. Давайте доберем его в корму уже. Бух. Ой, блин, Хелкэт. Ой, Хелкэт, а у меня перезарядка, как назло. Ай. Хм, нормально. В принципе, я еще относительно целый. Двигатель, правда, он мне вынес. Ну ничего, сейчас наш бравый экипаж двигатель скотчем замотает, и мы дальше можем ехать. Если бы он нас пробил получше, мог бы весь экипаж одним выстрелом вынести. Но тут нам повезло, чего уж говорить. Так, ну тут я починился, смотрю, он Хелкэт едет. Реально, катается по сторонам, даже не смотрят. Повсюду эти Хелкэты. Бух. Зато, как видите, они ваншотятся нашей пушкой с одного выстрела. Значит, не перестаю восхищаться орудием нашего танка. Еще и на БР 5.0. Он просто, как говорится, весомый такой аргумент. Благодаря которому этот танк и так сильно мне нравится. И как-то даже пофиг на то, что у него броня не такая уж крепкая. По факту. Что если подставишься, то тебя, скорее всего, вынести могут. Он легко и просто. Он зенитка. Ну и также ваншот, собственно. Ну, на этом бою у меня фраги закончились. Дай сейчас какой-нибудь последний бой покажу вам. Так, ну и давайте последний бой на сегодня. Вот я опять же обошел по флангу противника, спрятался за камушком, сижу, жду в засаде, пока кто-нибудь по этой дороге поедет. О! Бух! Да, какое же все-таки отличное заброневое действие этих снарядов. Ваншот за ваншотом. Да, кстати, я еще забыл упомянуть то, что на этом танке лучше использовать снаряды стандартные, то есть тупоголовые бронебойные каморники, которые у нас с самого начала доступны. Есть, конечно, выкачиваемые снаряды, остроголовые каморники бронебойные. Но у них, по сути дела, бронепробитие всего на пару миллиметров побольше, а за броневое куда хуже, чем у стандартных снарядов. Так что стреляем стандартными тупоголовыми каморниками и не паримся. О, смотрите, катится. Это у нас четвертый панцер. Бух. Странно, что не сваншотил его. Обычно такие попадания ваншотом заканчиваются. Ну, бывает и такое. Че? Сейчас будем аккуратненько по одному снаряду туда пускать. Все равно его вынесем. Полностью сейчас не спрятался, выглядывает у него часть. Сейчас будем туда настреливать. Буньк. Минус наводчик. Буньк. Ну то есть он снаряд все равно задевает других членов экипажа. У него остался, правда, там всего один. Если бы, конечно, не эта фишка. Ну, с тем, что, блин, танк у нас даже и не считается уничтоженным, если всего один член экипажа остался. Мне бы уже засчитали его. О, наконец-то. О,
Блин, ты теперь меня самого обошли. Ёлки-палки. Ладно, отвалим. Сейчас за камушек заедем. И попробую починиться быстренько. Сколько это займет? 30 секунд? Ничего, надеюсь, успею. Интересно, кто там? Ну, наверняка какие-нибудь хеллкэты. Что они постоянно объезжают тоже. Так, ну, как видите, я уже починился. Объехал вокруг камешка, чтобы враги меня не заметили. Вон, два хеллкэта вдвоем катятся. Давайте сейчас заднего вынесем сначала. Бух. А передний вообще как-то пофиг на то, что его коллега, блин, уже усё, можно сказать, поиграл. Он спокойно дальше уехал. Значит, я по нему выстрелить не смогу, у меня перезарядка долгая. Так вот. Ну и прежде чем покажу последний фраг на сегодня, давайте сейчас подведем итог по этому танку. Танк у нас быстрый, динамичный, поэтому не стесняемся обходить по флангу, обходить с тыла противника. Орудие у нас хорошее, потому что можем ваншотить противников только так. Но броня, конечно, не очень толстая, поэтому стараемся не подставляться под удар лишний раз. Лучше всего первым видеть противника и первым выстрелить и сваншотить его этой пушкой. Поскольку у нас пробить много кто может. Хотя и бывают рикошеты из-за наклона брони. Вот как-то так. И давайте последний фраг на сегодня. Так, ну тут уже вынесли моего союзника прямо передо мной. Несмотря на это, я сейчас все равно подкатываюсь. И выношу последнего противника. Собственно, на сегодня все. И всем спасибо, всем до свидания.